Это мероприятие приурочено ко Дню космонавтики. 12 апреля 1961 года нашу планету потрясла весть «Человек в космосе». Мечта людей сбылась. На корабле «Восток-1» первый космонавт Юрий Гагарин совершил полет вокруг Земли, который длился 108 минут. Об этом и многих других интересных исторических фактах, связанных с космическими испытаниями, рассказали десногорским школьникам сотрудники музея. Мы пытались в игровой форме донести до детей, как и кем зарождалось это направление в космос. Ребятам была рассказана история освоения космоса. Мы в игровой форме проверили, как они нас слушали внимательно. Закрепили материал веселыми викторинами, практическими занятиями и играми. Ребята остались довольны. Больше всего мне понравилось разгадывать из букв разные слова. Узнала, что была еще одна собака в космосе, которую звали Лайка. Мы запомнили, что мы в галерическом музее поиграли и узнали, кто полетел первый человек. Мероприятия приурочены к определенной исторической дате. В нашем музее традиция. Именно таким образом десногорские школьники узнают о интересных, а главное достоверных исторических фактах.